Нормальный человек не просыпается с мыслью о том, что сегодня последний день его жизни. Но я считаю это роскошь, не проклятие. Знание, что смерть близка, дает свободу. Самое время свести счеты. Враг силен, нас мало. Мы на пределе, идем на верную смерть. Но камни и песок, за тысячу лет войны впитавшие столько крови, будут помнить нас за это. Потому что мы сами выбрали свой путь. И поверь, этот путь страшнее любого кошмара. У нас нет другого выхода. Мы должны это сделать. Мы его уничтожим. Говорю для записи. Историю пишет победитель. В истории много лжи. Если мы проиграем, его правда станет истиной.